Иван Марков Локомотив. Нет, нет. Иван Трус Локомотив. Нет. Иван Носикл в штанишке Локомотив. Да, вот так скорее всего. Я представляю такую ситуацию, как будто бы маленький Ванечка стоит в детском садике, очень сильно плачет, рыдает. Носикл в штанишке, держащий горшочек в руках. Очень сильно плачет. Приходит воспитательница в виде нашего генерального менеджера и говорит: «Тише, Ванечка, не плачь, вот тебе конфеточку». И эта конфеточка в виде очередного какого-то клоуна в костюме гомосека. Сколько можно этой ереси? Ну-ка, почитаем кое-что. Руководство НФР пытается найти, подобрать Локомотиву другого соперника для чемпионского матча. А почему? Почему я имею официальное право, которое заслужил в тяжелом матче против Деревни, победив его на Расслияне? Он уже которое шоу пытается скрыться, убежать от меня, прикрывается постоянно генеральным менеджером. Сколько можно? Я не узнаю того Локомотива, который поджигал мне лицо, который разбивал мне голову так, что мне накладывали швы, бросал меня на стол горящий, но я все равно вставал и бился, какой бы у меня соперник ни был. И никогда не искал оправданий, никогда не искал, чтобы мне руководство помогло и назначили какого-то другого соперника, легкого, или дали мне отдохнуть. Хотя есть причина, почему так происходит. Потому что он боится меня. Ты же боишься меня, Ваня? А я знаю, что ты боишься меня, поэтому ты бегаешь, 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 бегаешь. Но я все равно найду тебя, я достану тебя. И заберу то, что принадлежит мне. Так вот, у тебя есть очередной шанс. Нет, наверное, уже не очередной, потому что уже сколько можно. Давай так скажем, у тебя есть последний шанс доказать всем, что ты хоть чего-то стоишь. Докажи своим любимым фанатам, которые сидят там за компьютерами, за телевизорами, такие: «Локомотив, я тебя люблю, лайк, лайк, лайк». Пу, блин. И ты выйдешь в эту субботу в матче 1-1 против меня за чемпионский титул. Ну, я сомневаюсь, конечно, потому что все время ты бегал, наверное, сейчас убежишь. Но знай, я достану и возьму то, что принадлежит мне. Именно чемпионский титул НФР.